Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у нас гид по 11-му каталогу Faberlic. Они стоят всего 119 рублей и позиционируются как натуральные зубные пасты на 97%. Так что же это за пасты? Ночная, утренняя, отбеливающая для чувствительных зубов с кокосиком, отбеливающая просто с черным углем. Так, ананасик антикариес. Изи, алоэ вера, здоровье десен. Все они по 119 рублей. Я видела обзоры уже на эти пасты и могу вам сразу сказать, что я их не куплю. Потому что натуральная зубная паста — это здорово, это все прекрасно, но мне нужна профессиональная зубная паста, которая будет удалять налет и сводить появление кариеса просто к минимуму. Я не думаю, что эти пасты справляются с этой задачей, я видела на них тоже много отзывов, поэтому эту новиночку я покупать не буду. Свои зубки я предпочитаю доверять профессионалам. Целая линейка новых летних сочных ароматов. Они у нас представлены в объеме 10 мл и стоят 229 рублей. Один из них экзотический, фруктовый, с нотами арбуза и дыни. Мне кажется, это вкусненько будет. Прям хочется попробовать очень. Интересно, есть ли на них пробнички, будут ли. Второй аромат у нас так, с яркой нотой лайма, свежий уже видно, потому что синенький. Вот такой вот стильный, кстати, дизайн, такой вот. Прям достанешь, тушь не тушь, помада не помада, а это духи. И третий розовенький у нас с ягодным фруктовым вкусом. Вот. Стильненько, вообще красиво смотрится и хочется попробовать. Я бы взяла какой-нибудь себе на пробу обязательно. Здесь расписаны ноты. Также в этом каталоге у нас стартует акция. Закажи и оплати на сумму от 990 рублей по каталогу и получи купон на скидку. То есть за каждые 999 рублей, получается, компания будет дарить нам купон с 50% скидкой на парфюмерию в 13-м каталоге. То есть я так понимаю, что 11-й и 12-й каталог участвуют в этой акции. И за каждую, грубо говоря, 1000 рублей нам дают скидочку на парфюм 50%. Это здорово, потому что у парфюма Faberlic много любителей. И такую акцию пропускать тоже нельзя. Для консультантов тоже очень выгодно. На Каори у нас скидочка на зелененький и желтенький. 579 рублей любой аромат 50 мл. Вот. На ароматы вообще скидок в этом каталоге много. Оранжерини роли тоже участвуют в акции, кто любит их. Мужские ароматы. Драйв-серия. Я обязательно возьму Вулкана. На него тоже хорошая скидка. 699 рублей. Дешевле он не бывает. Это мой любимый аромат из мужских Faberlic. И мужу моему тоже нравится. Поэтому я буду брать. На серию Lancelot, опять для мужчин, у нас скидочка. При покупке двух продуктов у нас действуют желтые ценнички. Вот так вот это выглядит. На гели для душа нет моего, к сожалению, Пуртожур любимого, но можно взять какой-то другой, это не принципиально. Я люблю парфюмированный гель для душа, я вам уже много-много раз об этом говорила, что они пенятся лучше всего, и ароматы оценивать по ним нравится тоже. Дезодоранты той же серии, что и гели для душа, со 109 рублей. Тоже нет здесь моих любимых, поэтому брать не буду. Из интересных предложений в каталоге еще скидки на серию Ботаника. Здесь у нас любой шампунь или бальзам всего за 89 рублей. Я так и не добралась до этой серии, поэтому не могу сказать ничего. Хотя вот пишут, что это хит продаж, и знаю, что многим нравится. Если вы пробовали линейку шампуней и бальзамов Ботаника, напишите, пожалуйста, как вам, стоит ли обратить на них внимание, включить в свой заказ. Очень интересно. И на кремчики то же самое, 89 рублей они будут стоить, если мы купим два. На тканевые масочки акция по 79 рублей тоже при покупке двух. Я не беру эти маски и тоже говорила уже почему. Ну, эффект мне не очень нравится, а лекала вообще просто ужас. Залезает на волосы, на уши и, я не знаю, можно два раза обернуться. Очень неудачно, не знаю, на какое оно лицо рассчитано. Любой оттенок губной помады за 129 рублей. Это у нас помада «Абсолютный объем». И я люблю эти помады за стойкость. Возможно, присмотрюсь и выберу себе какой-нибудь нюдовый цвет.
На блеске, девчонки, хорошая скидка, 69 рублей, точнее, на бальзамчике. Я не пробовала зеленый, но пробовала вот этот вот солнцезащитный, и брать вам его не советую, только если вы не будете хранить его в холодильнике. Потому что буквально за день при хранении дома он превратился у меня в кашу. Просто в кашу. Я открыла, хотела его вывернуть, а он оттуда практически вытекал. Также в 11-м каталоге стартует обалденная акция. Летний марафон обмена уже на ароматы. Если в текущем у нас крема меняем, в этом ароматы. Мы можем обменять любой флакончик, опять же, наверное, не Faberlic, на премиум ароматы от Faberlic. Здесь представлены три варианта ароматов от Валентины Юдашкина. Они у нас будут по 799 рублей всего. Я еще не помню такой на них цены. Если вы принесете, наверное, пустой флакончик или не пустой, аромата не от Faberlic. Вот такая вот акция. Вообще, знаю много поклонников, особенно вот этого розовенького аромата. Цена шикарная. В летнем марафоне участвуют аромат от Алены Ахмадулиной и два аромата Рената. Зелененький, приятный, но не мой. Алену Ахмадулину, когда попробовала на себе, мне вообще аромат очень понравился. Он необычный. Его ни с чем не перепутаешь. Он вообще, ну, супер, честно говоря, но он тяжеловат. На лето вообще не вариант. Если вы вдруг рассматриваете его сейчас, вот на лето нет, зимой да. Я пробовала осенью и зимой. Ну, интересно, очень интересно, но тяжеловато, так и не решила заказать. Но думаю, все-таки я до него доберусь когда-нибудь, потому что пока вот он самый запоминающийся для меня в каталоге Faberlic. Знаю, много поклонников есть у аромата Cherche la Femme. И здесь у нас 15 мл этого аромата представлены за 169 рублей, как бонус за покупочку. Приятная цена, 15 мл, неплохой объем. Удобно положить с собой в сумку. Тоже один из моих любимых ароматов, это Феерика Мансуэли, оранжевенький, будет у нас по акции. Набор гель для душа плюс аромат 15 мл всего за 249 рублей. Хорошая акция. Скидки на серию Инкогнито. Мужской и женский аромат у нас с 50% скидкой. Такое бывает редко. Эти ароматы пользуются тоже очень большим спросом. Особенно вот этот беленький женский. 649 рублей всего он будет стоить по акции. Приятная новость для поклонников туши. Бесконечный объем. Все 5 оттенков у нас идут с большой скидкой за 169 рублей, как бонус за покупочку при покупке от 299. У меня есть тоже среди клиентов поклонники этой туши, особенно вот в этом синем оттенке, потому что синяя, она в Faberlic одна. Есть черничная, есть голубая, а это вот именно синяя. При покупке двух помад-карандашей Art Stick каждый будет стоить 179 рублей. У меня есть оттенок персиковый, вот такой. И вы знаете, мне очень нравятся эти карандашки. Во-первых, это удобно, они выкручивающиеся, их точить не надо. Там вообще продукта очень много. Довольно питательная кремовая текстура. И стойкость тоже очень приличная. Я не ожидала. Обычно вот такие кремовые увлажняющие помадки, они как-то не очень хорошо держатся на губах. Нет, этот карандаш действительно заслуживает вашего внимания. Поэтому, кто не пробовал, присмотритесь. В серии Beauty Lab тоже очень приятные желтые ценнички. И у нас любая масочка из этой линейки будет со скидкой 50%, как бонус за покупку 299 рублей. И каждая масочка обойдется нам в 149 рублей. Потрясающие маски, кроме фольгированной. Вот мне она лично не понравилась и слышала на нее много отрицательных отзывов. А вот две другие прям просто супер. А маска патч для кожи вокруг глаз, ну просто огонь. Она реально дает эффект моментальный, поэтому за 99 рублей я, пожалуй, закажу себе, может, даже штук 5. Новинка моей любимой серии Weekend со скидкой 40%. Пока еще успевайте ее попробовать. Это очищающая эмульсия. И в видео в предыдущем я о ней уже говорила. Ссылочку на это видео оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите, там полный достоверный отзыв о том, как ее использовать, как она влияет на кожу. Хорошая акция, которой, возможно, тоже воспользуюсь, потому что крем от Weekend кончился. Здесь у нас ночная маска и крем для лица за 699 рублей. Я не перестаю нахваливать эту серию, потому что, ну, она реально крутая. И для лета совсем не тяжеловато. Стоит присмотреться к серии «Кислородный баланс». Дневной и ночной крем за 349 рублей. Это очень выгодная покупка, потому что каждый в отдельности стоит 200 рублей.
А на лето тоже очень вам советую, потому что дневной кремушек матирует, создает легкое такое матирование на вашем лице. Он достаточно невесомый, а ночной немного питает вашу кожу. Поэтому вот эту серию на лето я рекомендую всем. В серии «Салонный уход за руками» хорошие скидки на крема по 89 рублей, если вы берете любые два средства. Здесь у нас гель для рук, химический пилинг, скраб тонкой шлифовкой, крем для рук, жидкая перчатка. Я давно смотрю на эту линейку, но пока пользуюсь беленьким кремушком «Формула омоложения» из этой серии. Он меня устраивает по всем показателям. Если вы активно пользуетесь или пробовали эти крема, пилинги и скрабы, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли вообще рассматривать их. В серии коррекции фигуры появляется новый активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. И пока он со скидочкой 40% 359 рублей. Возможно, я возьму попробовать, потому что с охлаждающим эффектом это вот самое то на лето. Если согревающий хорошо использовать зимой, то летом, когда с тебя стекает лишняя жидкость, как бы не очень комфортно. А этот вариант... И здесь у нас 150 миллилитров, ну не сильно большой объем, но в принципе, если он работает, это нормальная бюджетная цена. В линейке «Эксперт» тоже у меня есть любимчик, и в этом каталоге на него скидочка. Это крем со скидкой 45%, дешевле он не бывает. Крем восстанавливающий, комфорт для чувствительной кожи. Для тех, у кого действительно чувствительная кожа, близко расположены капилляры, я очень вам советую попробовать этот крем. Я пользовалась им неоднократно и заказывала уже, наверное, раз 5. Он потрясающий, он выравнивает цвет лица, он не подтягивает кожу, не уберет вам морщину, но он действительно выравнивает цвет лица, борется с какими-то шелушениями, если они у вас есть. Он очень комфортен на коже, практически незаметен. Я вам очень советую. Вот стянутость, у кого кожа сухая, вот тоже вот этот вот крем идеально подойдет. На серию Ля Крем большие скидочки. Я уже говорила, что я ее не очень люблю. Но сегодня затестила бальзамчика, о котором тоже рассказывала в прошлом видео. Здесь его в каталоге нет. Это бальзам из вот этой вот серии, освежающий с мятой. Что могу сказать? Ну, аромат просто, вот я не знаю, даже если бы он на волосы воздействовал никак, я бы уже полюбила бы его за аромат. Мяты, мелиссы, знаете, такой мятной конфетки, но он просто потрясающий. И от одного этого аромата кажется, что он уже так освежает здорово. Но хочу сказать, бальзам на волосы воздействует очень неплохо. А я вот помыла голову буквально час назад, и что могу сказать? Я не использовала никаких спреев, она у меня высохла, волосы живенькие, блестящие, текстура кремовая, нежная, расход у него не сильно большой, поэтому я осталась довольна. Ничего плохого про этот бальзамчик сказать не могу. Поэтому, девчонки, кто ждал мои отзывы, я, в принципе, согласна с теми, кто его одобряет. Волосики очень мягенькие на ощупь. Я даже не ожидала, честно говоря. Я буду брать его еще однозначно, потому что, ну, и аромат, и действие меня вполне устраивают. Продукты серии «No Snow» у нас пока по тем же ценам. За 149 рублей каждый продукт. Я вам уже говорила, что брала я вот эту розовенькую серию против выпадения. Конечно, я еще не могу пока сказать, решает ли она эту проблему, но у меня на данный момент ее и нет. Шампунь рекомендовала в прошлом видео. Бальзам не рекомендую. Он никакой. Уж лучше лакрем. В 100 раз даже. В серии «Эксперт» для волос появляется вот такая новинка. Это средство для удаления краски с кожи, с лица. Если вы краситесь дома и делаете это неаккуратно, возможно, оно вам и нужно. Я крашусь сама всегда и дома, и оно мне не нужно. Даже когда красилась в темный цвет, прекрасно можно удалить с помощью спиртосодержащей какой-то жидкости или хозяйственного мыла все следы краски с кожи. Поэтому покупать за 129 рублей 90 миллилитров вот этого чудо-средства не вижу смысла. Однозначно возьму гель для купания младенцев. Сейчас хорошая акция, и за два продукта действуют желтые ценнички. Мы вот этот вот гель для купания используем как гель для подмывания. Он гипоаллергенный, он очень нежный. Еле-еле уловимый запах, знаете, такой чистоты и свежести. В нем еще есть и депантенол, и ромашечка. Он ухаживает за кожей ребенка. Поэтому я его очень люблю. Он у нас уже, кстати, кончился. Поэтому я возьму себе про запас, скорее всего, парочку. Кстати, очень неплохая акция на БАДы.
35 плюс, 45 плюс, 50 плюс, 299 рублей. Такой цены на них никогда не было и уже, скорее всего, не будет. При покупке по каталогу на сумму от 2000 рублей. Если вы на 2000 делаете покупки, я вам очень советую присмотреться к этим БАДам. Сейчас их, в принципе, смысла нет пить, потому что сейчас летом у нас питание и так разнообразное, фрукты, овощи предостаточно. А на осень отложить себе баночку я вам очень советую. Я пила этот комплекс 35+, розовенький. Пила его весной, в конце зимы, даже, наверное, февраль-март, вот так где-то. Что могу сказать? Мне очень понравилось, у меня стали быстро расти волосы, стали быстро расти ногти. Я не могу сказать там, что я стала на 20 лет моложе, но на волосах и на ногтях я это ощутила. Значит, все-таки работает. Посмотрите, здесь неплохой, кстати, состав. Во всех трех средствах я его детально изучала. И за 299 рублей месячный курс витаминов. Но это не цена. Я обязательно возьму в этом каталоге средство для чистки духовок и плит. Оно по 129 рублей. Это хорошая на него цена. Оно так у нас обычно 149 минимум. У меня уже все чистящее закончилось. Остался один вот этот зеленый крем для металлических поверхностей. Поэтому средство для духовок и плит возьму по-любому. А средство для посуды, смотрите, какая у нас интересная скидка. Кто не закупился в 10-м каталоге, закупайтесь. Потому что в 11-м придется покупать два. Они будут за 145 рублей, только если вы купите два средства. Это все, о чем мне хотелось с вами поговорить и показать вам по 11-му каталогу. А здесь у нас в конце, по традиции, подарочек для новичков. И тоже классный подарок вообще для знакомства с Faberlic. Попробовать серию Асюл, это здорово. У нас гидрофильное масло и активный крем для лица. И еще повязочка на голову. Потрясающий подарок, мне кажется, вообще. Сейчас, конечно, я новичкам не советую вот этим пользоваться. А на сентябрь, на октябрь отложить эти средства. Ну, попробовать, конечно, можно, но мне вот для лета это все жирновато, плотновато. И серия Асюл у меня стоит, ждет похолодания. Кто не зарегистрирован в Faberlic, под видео будет ссылочка на регистрацию. Проходите, получайте свои подарки, призы. На этом все. С вами была Светлана. Спасибо, что были со мной. Обязательно пишите свои отзывы. Я стараюсь всем отвечать. Всегда мне очень интересно их читать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока.